Наверное. Вот спас на крови. Ну да, кстати. Как пройти туда дальше? Угу. Что, все что ли? Нет, походу. А что, вы тут не могли сказать, что входно? Нет, да? Ну поди, здесь есть проход, скажите? Что-то тут настроили. А, я понял. Это рамки. На этот, на 12-й был. Чтобы на морском поле запускать. Понятно? И там все перегорожено из-за этого, по этой же причине. Ну как, понимаешь, загоны делают. Как всегда. Людей посчитать. Красивый, да. Вот. Вот так он ночью. Это сейчас ночь получается. Вот, вот, вот ночь, да? Ночь. Не темно. Нету трех. Ну, третий час. Третий? Да. Давай посмотрим, сколько времени. Полтретьего. Самое темное, я так понял, в час. В час где-то вот самое темное такое время. И после часа примерно, как мосты разведутся. Разводится и все, начинает светлеть, все светлеть, свет становится. Вообще хорошо. Гуляешь, народу нету, никого нету. Не, кто-то есть, он кто-то идет. Я слышу голоса. Тут кафешка, наверное. Набережная канала Грибоедова. Все, вокруг обошли, получается. А там вот, там Невский.